Чипа проснулся, захотела на улицу. Она встала и пошла гулять. Посмотрела в окошко и вышла на улицу. За кустом она увидела что-то блестящее и наступила на это. Вдруг Чипа очутилась в Китае, и к ней подходит панда. Чипа спросила: «Ты кто?» А панда ответил: «Я панда, меня зовут Лулу. А ты кто?» «Я кошка Чипа». Потом панда улыбнулась и дала ей шляпу, и пошла дальше. А Чипа опять нажала на ту штуку, и вдруг очутилась в Индии, и к ней подходит слон. «Ты кто?» спросила Чипа. «Я слон, меня зовут Фантик. А почему ты розовый?» «Меня покрасили, раньше я жил в цирке». «Понятно. Угощайся». «Спасибо, пока». Не успела она договорить, вдруг очутилась в Америке и увидела собаку. «Привет». «Привет, я сейчас где?» «Ты не знаешь? Это очень интересное место на Земле, в нашем веселом парке». «А какая страна?» «Америка. Покатайся на горке». «Спасибо, весело». Довольная Чипа нажала на блестящую вещь и оказалась дома, свернулась калачком и сказала: «Как хорошо дома!» и уснула.